Приветики, мальчики, в ноябре выходит новая свежая Modern Warfare 3. Разработчики этой эпичной стрелялки выпустили официальный кинематографический трейлер, презентующий зомби. Ну, давайте глянем. Для лиц, достигших 17-летнего возраста. Пришло время. Наденьте маски. Давайте зажжем. Блин, старый добрый трейлер. Call of Duty. Ну, точнее, в старом добром стиле. Как раньше делали прикольно. Но пока Call of Duty, Call of Duty. Только новая. Modern Warfare 3. Интересно, как они обоснуют появление зомби. Поехали. Спецотряд что-то штурмует. Блин, такое ощущение, что они сейчас куда-то придут, и там начнется уже Resident Evil. Опа. Так, так, так. Все, тихо. Ну да, так они умерли все. Бактериальное какое-то оружие. В комнате чисто. Они действительно настоящие. Они действительно здесь. Блин, чел похож на злодея. Поехали. Да куда они все едут? Босс, нам пора идти. А вот и они. А, пусть остановите их. Вас понял. Блин, какой-то боевик. Прям реально синематик. Заморочились, сделали. Одним выстрелом сломал пулемет. Мне кажется, это нереалистично. Но, может быть, я и не прав. Как знать. Нет. Нет, не надо, чел. Ну, так и появятся зомби, походу. Так. Я думал, на самом деле, что он сам выпьет, но... И так тоже. Не очень хорошо. Охренеть. Это какое-то мега мощное бактериальное оружие. Царика сразу распространилась. Идите. Блин, так быстро трупы превратились в зомбу. Сори. А вот этот трейлер мне уже начинает нравиться. Царика. Эпический зомбак. Черт возьми. Ептить. Похоже, у нас есть новое оружие. Охренеть. Но мне кажется, такое оружие нужно запретить. Через несколько секунд мы подъедем. Закаев что-то замышляет. Мы столкнулись с вторжением. Неужели вторжение зомби? Мы должны очистить улицы от зомби. И у нас будет возможность выслушать его. Сообщите в службу безопасности. Будем действовать. Добро пожаловать в операцию «Засов». Давайте двигаться дальше. Modern Warfare 3. Call of Duty. Отличный и качественный трейлер выпустили разработчики игры, который рассказывает о появлении в игре зомби. Не знаю кому как, а мне первая часть трейлера не очень понравилась, но когда появились зомби, мне лично стало интересно. Надеюсь, и играть в это будет
тоже интересно. Посмотрим на релизе. Возможно, после этой игрулечки я полюблю экшены. Это Антивирус был. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал за новыми видео. Пока-пока и не стреляйте мне в мои бока.